Перезагрузку библиотеки. В период самоизоляции почти все сотрудники Центральной городской библиотеки имени Горбунова прошли профессиональную переподготовку. Свою квалификацию за это время повысили 16 человек. Сегодня в торжественной обстановке им вручили дипломы и поздравили с прошедшим профессиональным праздником. Успехи сотрудников отмечают и на областном уровне. Увеличилось количество, не только количество, но и качество проводимых мероприятий. Возросли показатели, которые мониторятся в Московской области по библиотекам. Библиотеки в Подмосковье стали возобновлять работу с 1 июня. Для этого необходимо было организовать свою деятельность в соответствии со специально разработанными стандартами. Сейчас посещать библиотеку можно как по записи, так и без нее. При этом сохраняются все меры предосторожности. Без маски в здание не пустят. Для удобства читателей, если им все-таки удобнее предварительно записаться заблаговременно, не ожидать это время, пока библиотекарь ищет книги, соответственно, они могут записаться по всем тем телефонам, которые у нас указаны на сайте. Вот. Также мы принимаем читателей просто с улицы, без записи, то есть они могут прийти и также получить литературу и стать. Открыты сейчас и летние читальные залы в парках и скверах города. Библиотекари филиала на Фубрах планируют организовать еще один на одной из детских площадок вблизи библиотеки. Летние читальные залы, но в основном для детишек, потому что книжки яркие, им это интересно, да, они хотят посмотреть, хотят поиграть, тем более библиотекари всегда проводят много интересных викторин и конкурсов, играют с детьми, поэтому, да, пользуются спросом. За время карантина культурное учреждение активно осваивало интернет-пространство. Библиотекари дистанционно организовывали виртуальные выставки, проводили мастер-классы, давали консультации и делали многое другое, чтобы не прекращать свою просветительскую деятельность. Кроме того, в распоряжении читателей городской библиотеки был и остается электронный книжный фонд. Его предоставляет компания «Литрес». За 3 месяца, с апреля по июль, оборот цифровых книг в нем превысил 7 тысяч. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Мария Барсукова. Программа «День за днем».